Подписывайтесь на Телеграм и приходите на стримы. Давайте сейчас играем. Прицел длиннее показывает направление рикошета. Кстати, вот это нормально. Давайте возьмем. Сейчас посмотрим. Все-таки рикошет, видимо, влияет. Кайф, вообще супер кайфово. Хороший релик. Кританули. Вообще, было, наверное, бомбу пытаться активировать и не выебываться. Ну да, че я раз так не сделал. Не, ну рикошет — это прям очень полезная штука. Когда ты видишь направление, тогда действительно у тебя появляется сильное влияние на геймплей. Чего, игру не ускоряешь? Ну, иногда ускоряю, иногда нет. Превращает каждый восьмой задетый штырь в крит. Этот шар считает все прочными. А, все криты прочными. Прочные штыри можно ударить 3 раза до выстрела, до того, как они сломаются. Понял. Это, короче, для критов. Тыквенная голова. Блин, тыквенная голова мне очень понравилась. Хочу тыквенную голову. Давайте драться. Да, ты увидишь, когда здесь будет пролистываться, что она делает. Чё париться? Дайте мне блеску бомбу активировать. Хотя бы зажечь. Их слишком много. Ай, хватит мне бить. Хватит мне пиздить. Окей.
Меч или мяч? Без эффектов. Тыква кидается... Короче, когда она попадает в яму, она выбрасывается еще раз. Говорю, здесь описание шаров написано, парни, слева. Когда шар проролится до нужного, тогда и прочтите. Окей, хорошо. Качаем. Тут, походу, пока не сильно много всего, да? В плане контентика. Я вообще часто обновляют? Доротиш, насколько оценишь игру? Стоит ли ее брать, если уже вообще не во что играть? Да прикольная, да? Мне нравится, я бы советовал. А если вообще не во что играет, ну тогда точно. Если тебе нравится такая вот тема. Блин, какой же рок единорога крутой. Здорово, Владимир Вер.
Здоровый мейзинг вайфу, да, больше не общаемся. Не надо мне ничего советовать. Я пока остаюсь в игре, и мне, в принципе, кайфово и комфортно. Мне и так интересно играть просто с рандомным всяким стафом, который выпадает. Спасибо, кимоношка, за гифт. Как оно? Как же духа кимоношка? Так, ну бахнуть он меня должен успеть. Урон у меня не хватит камней обычных. Фишка прикольная, но у меня контр-артефакт для фишки был, который сильно упростил с ней геймплей. То есть я по факту профит большой получил. Хай, чат, хай, жизнь, у меня все норм, как сам? Тоже неплохо. Кровожадность. Кровожадность, опять же, спасительная соломинка и очень сильная какая-то. Вопрос, супердрака, давайте. Притяжочек, микрочелочь, почему микрочелочь, я не понимаю, Нидус. Звучит как обзывательство. Здорово, Альтера. Давно тебя не видел. Не очень успешно прокатился. Уже получше. Да не то чтобы прям супер имба, ну тыквенный шар мне понравился. Ну и без крита как бы. Точнее, даже с критом особо бы ситуация не поменялась. Окей, бомбу зажег. Отлично. Thank you.
плохо. Тут можно выбирать, кого-то из противников будешь атаковать первым. Некоторые шары могут, некоторые нет. Советуйте зарубежные рок-группы женским вокалом. Conquer Divided. Или Divide. Conquer Divided, по-моему. Не найс, крит прилетел. Тут прям надо рассчитывать на крит, иначе слишком мало урона настакивается. Печальная история. Окей. Отфартило. Он каждый раз мерцает. Когда стукаюсь о штыри эти. Штырь, ну и слово, конечно. Вот так теперь есть перебор. Передает лишний урон следующему врагу. О, это хорошо. Ментальная мантия. Немедленно наносит один урон выбранному врагу за каждый второй активированный штырь. Не, лучше возьму перебор. Так, на сундук сходим. Враги не получают дополнительный ход при первой перезарядке. Будет хорошо. Что-то рисковать с элитником как-то страшно. Может, и не стоит тогда рисковать. Не повезло. Сейчас эта штука настакается жирная, может быть, пару мобов убьем. Может, не убьем. Не, ну пару убьем.
Последний бросок прям такой вообще безнадежный был. А что, разве перенесся урон какой-либо? Урон точечный от тыквы. Ну такое говно какое-то тогда этот прибор. Таргетный урон не воздействуется реликвией. Этот урон, получается, тоже не придается. Еще этот перебор тогда какой-то слишком бесполезный. Тут больше из камней, наверное, а не направленного действия. Разве что с дефолтного камня сейчас... Вот, блядь, что это на это? Это смешно. Ну ладно, посмотрим, может быть, как-то раскроется по ходу дела. Так, наверное, лучше вот так. Идет, в принципе. Ну, докатимся до крита. Тела пробегают. Эр убирает ближайшие штыри при ударе. Либо в начале боя на столе появляется в два раза больше бомб. Бомбы как-то вначале эффективны, потом похуже. Спасибо, чат. Нет, такой плохой бросок. Ого, как активирует сильно, кстати. Ну, хороший релик.
пока еще не задействован. У меня только один камень сильный. Это проблема, то что я все драки трачу не на прокачку шаров, а на отхил. Из этого хп и теряю потом. Этот камешек сейчас тоже заиграл сильно. Шар сосулька. Обычная атака пронзает одного врага. Крит удар пронзает всех врагов. Шар пронзает первый штырь. Прикольный. Давайте возьмем. Чем дольше шары летят, тем больше дополнительного урона ты нанесешь. Но это хорошо для тыквы. Дайте ивент на какой-нибудь отхил или типа того. Здорово, Тиста. Блять, элита прокнула. Ёбаный рот. Ааа, чуть-чуть не докатился. Пум. Пум. А, у меня, кстати, еще баф работает. Кровожадности. Может быть, хорошо то, что я не захилился, а взял шар, чтобы под бафом все разрулить. Ну да, урон сейчас, конечно, сумасшедший. Склизкий шар. Открывает каждый пятый задетый штырь слизью отскока. Покрытые слизью отскока штыри сильно отталкивают шар и становятся прочнее. Понятно. Я бы взял еще одну тыкву. Учитывая релик на урон. Давайте возьму. Похуй. Есть 7% шанс, то, что штырь превратится в бомбу, но бомба наносит 15 урона. А, минус 15 урона. Немедленно наносит 1 урон выбранному врагу за каждый второй активированный штырь. Такие себе релики. С каждым твоим шагом лес вокруг становится все темнее и темнее. Вдруг ты выходишь на поляну, где хлещет ливень. Бежать и уворачиваться — случайный путь. А я только на босса могу пойти. Поймать молнию. Это меня убьет? Ты выходишь на середину поляны, в тебя бьет молния. Ты трясешься, пока сквозь тебя проходит энергия. Но она мирно застывает в сумке, превратившись в шаровую молнию уровень 2. Слишком много шаров у меня. Очень слабая тыква. А, это первая тыква была. Вот она что. Мало хп, конечно, у меня очень. Тыкву качаем для длительности. Мультишар. Ну, мультишар что-то не особо понравился в прошлый раз. Наносит 2×2 урона врагам и превращается в красную бомбу. Бля, релики, конечно. Возьму, короче, магнит. Магнит тоже не очень, но не хочу.
А почему у него один нарисован? Он как-то стакается? Ты подобрал ледяной шар. Этот шар пронзает первый штырь, через который он пройдет. Его атаки пронзают врагов. Обычные атаки будут пробивать одного противника. Крит-удар пронзит их всех. Круть. Ну, на этой карте магнит неплохо себя показал. Внезапно кончились деньги на карте, поэтому сегодня только косарь. Ну, столько донатить мне неудивительно, ебабли. Спасибо большое. Спасибо огромное за донат. Ты не обязан мне донатить каждый стрим. Спасибо большущее. С очередного кота на весь экран. Я даже не уверен, что с магнитом есть прям очень большой толк целиться сильно, учитывая, что траектория теперь сильно меняется. Так, это прокачанная тыква. Только косарь, реально. Закинул тысячу рубасов, говорит, только косарь. Блин, я очень опечален, то, что, конечно, урон с тыквы не переносит, потому что это, наверное, то, чего я больше всего и хотел. Еще одна тыква. Да нет, наверное, ничего не надо больше. Надо избавляться от камней дефолтных каким-то образом. Можем на элитку выйти. Через вопросики. Может быть, там заодно почистим что-то. Да мне и так две тыквы, молния есть. Так, ну вроде здесь прям хорошо молнию закинуть. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Сука. Даже не убила? А так эффектно было. Мне очень нравится релик, который уничтожает вокруг штыри. Прям такой нюк урон дает. Да, я читал ебабель. Сейчас супер без урона прошли. А я не уверен, что я буду в ревиту играть. Поддерживаешь идею с заказом игры? Я на этот счет вообще ничего говорить не буду.
Иначе в чем смысл аукциона? Там именно выступает интерес зрителей в первую очередь. Так, ну я камень скинул. И, наверное, я бы через драку пошел. Если я буду все карты вскрывать, что мне нравится, что не нравится, тогда будет не очень интересно. Где и когда будет аукцион? В конце каждого месяца будет аукцион. Бля, я не попал. Ой, его магнитит. Завыстил очень хороший шар. Прям грустно даже. Как же сильно бесоюбит траекторию из-за того, что двигаются платформы эти. Пока, картошка. Да, я думаю, так дальше и продолжать, Владимир Вер. Ну, может, по ходу делать что-то будем новое придумывать. Пока что да. Хорошо, чуть ускорение. Да я не знаю, мне кайфово смотреть, как шарик бьет. Но я иногда вот нажимаю на полтора. Иногда не нажимаю. Чё, возьмем шар памяти тогда, вроде неплохой. Ебать. Ну ладно. Сосулечку кинул. Два крита подряд я не взял. Да, на шар памяти тоже перебор не работает. Да я на него и не рассчитываю, перебор какая-то херня. Такая очень узконаправленная. Не знаю, что на камне он работает, у меня только перебор этот. Короче, те шары, которые реально могут настакать какой-то колоссальный урон, на них переборы не работают. Поэтому вообще пофиг на эту реликвию. Так, это шар памяти, да? Плюс 125. Кайфово. Ну еще и последним как раз. Сосуль у меня все это время была первого уровня только. Ну, давайте качнем. Два раза больше бомб. Атаки получают плюс 1, плюс 0 за каждый крит на столе.
Ок. Нормально. Точно такая же драка. А прошлый был вопрос, да? То есть мне на вопросе прокнула элита, и сейчас новая элита, типа? Так, давайте... Как-то... Ну, так, типа. Ну, не очень вышло. Я не заделал реролл. Окей. Пронзает одного врага. В принципе, так и оставляемся. Крит бы как-то выбить еще, было бы хорошо. Не судьба. Ну, не расстраиваюсь. Не, в прошлый раз эта драка была попроще явно. Это была не элитная, видимо, а сейчас вот элитная. Давай, убей его просто кружочками. Печально. Так, там супер опасный чел. Может быть, тогда в него кинуть тыкву сразу? Дайте крит. Все еще хочу крит. Пожалуйста. Ну, тоже верно, кстати, да. Я первый пак вообще всех пронес. Окей. Бля, странные волшебники. Очень плохой шар у меня следующий. Ну, скипать ход как-то нерезонно, так что я это кину его. Сейчас, кстати, урон перенесется еще на следующего. Хороший ход даже. ХП супер мало осталось. А, вообще, да, я при первой призарядке ничего не теряю. Это я забыл. Крит 4 теперь также обновляет стол. Вау. Снижает любую потерю УЗ на 1. Этот релик, буквально. Ты идешь по коридору, как вдруг кучка кирпичных слаймов. О, ешь мои камни. А, нет, нельзя. Фак, их нужно убивать. Ну ладно. Не те слаймы. Вольфрамовый стержень, верно. Окей. Блин, очень жесткая реликвия, конечно, на обновление стола с критом.
как бы понятно, почему с таких шаров не переносится урон. Тогда бы я просто одну тыкву кидал каждый бой и выигрывал бы. Мне не нравится то, что, короче, действия, которые связаны с вот этим полем и с вот этим полем, пишутся в одну строчку. То есть, мне кажется, действия шара, которые связаны с полем, нужно их как-то в один столбик, а эффекты на противника в другой столбик. А, бонусная драка есть? Ну, давайте. Сейчас отключу ускорение. Сейчас можем что-то придумать. О, хайп. Ну, сойдет. Может быть, еще не сойдет. Как же его магнитит? Крит был, нет? Не, крита не было. Жаль, так бы всех убили. Жесть, какого расквасила от релика. Да все-все, там уже убивать некого, дружище, падай. В прошлый раз, по-моему, бой сразу закончился, не? Камень предлагают взять. Вот это да. Слимся. 2 элиты подряд. Страшно. Активированные тоже наносят урон. Нормально. Бля, там и так элита будет. Не буду жадничать. У меня много мусора. В плане камушков. Ух ты. Это камень, который я возьму, да? А я не помню, что делает R. Этот вампиризм... А, можно вестись. Обновляет доску при каждом 6-м ударе по штырям. Вообще нормально, можно было бы взять. Если меня пустят туда. Ну, ладно. Давайте посмотрим на него. Я его ни разу не брал. Надо все смотреть. Так, кинжар. Ну, кинжар можно скинуть. Шаровая молния теперь 3-го уровня. Хорошо. Давай. А,
Так, он без таргета, значит, у него можно стакаться урон, да? Блять, ну я вообще кинуть шар хочу, а не таргет менять. Найс. Крит есть, да? Супер, бля, сосулечка, конечно, рвет. Ну, ничего, такой вампирский шар. Наверное, вампирский шар просто чуть сложнее юзать, потому что он твою ХП забирает. Но, наверное, мне даже побольше понравился, чем обычный хилищий шар. Тут вообще, в отличие от Slay Spire, все монстры, если честно, плюс-минус одинаковые, и у тебя никакой особой тактики к ним нет. Ты просто как кидал шарики, так и кидаешь. Карты меняются, это вот, в принципе, основное различие, но даже за счет изменения карт у тебя геймплей каким-то более глубоким не становится из-за этого. О, теперь еще рерол активирует крит-силу. Предотвращает первую потерю УЗ в каждом бою. Давайте возьмем два зелья на криты. Это жестко. Еще бы стак критов, короче. Как тебе эта игра, стоит поиграть? Классная, казуальная. Приятное, мне нравится. Поиграть точно стоит. Давай, тыкву, убей босса за один ход просто, лол. Начинаю, все летит в одну сторону. Плюс 110. Нормально. Ну, окупается эта штука легко. Шар, который сжигает другие шары в этом файте, это как адское пламя в СТС. Ну, что-то типа. Билд на сжигании. Ничего не надо вроде. Все шкари становятся прочнее. Можно взять. Или вот это, кстати, тоже очень круто. На один рерол меньше, зато, блять, плюс 4 крита каждому шару, охренеть. Учитывая, что у меня криты обновляют стол, я возьму чашку. Это пиздец какой дэмэдж. Да и с подарком я уже играл.
Жестко. Мне, наверное, просто надо скидывать шары. И все будет пучком. При выборе пути после боя ты восстанавливаешь один УЗ. За каждый задетый штырь и не получаешь урона, если попал в огонь. Понял. Ну, забавно. Забавно, но как-то... Не знаю, не сильно эффективно в рамках этой игры. Так, убрать шар. Все, плохая концовка. Наверное, бомбу можно было активировать, да? Мой крит. Пока. На стримах не играю так. Вне стрима бывает. Одну игру, две сыграю. Последние пару дней. Но так, серьезно это воспринимать не стоит. Это по поводу лола. Сосуля. Здорово, сэндвич. Это ж тыква была. Она разве не должна все равно? Или это хуевая тыква была? Или когда вдруг засасывает, вообще пофиг на тыкву. Забавно, это контрит тыква. Я не знаю, какая сейчас мета в лиге. Я особо-то и знать не хочу. Снижать любую потерю УЗ на один. Ну, берем. Так, давайте скидывать всякое, чтобы двигаться в сторону от хила. Лолеры захватили чат, о нет. Так, им, наверное, конец.
А, нет, нормально. Сука, красную бомбу активировал. Будешь пробовать другой арканет, про который Келлин говорил. Он его не скинул мне в итоге. Нет, вообще ничего не кидал. Дополнительный рерол появляется. Теперь же нивелируем прошлый эффект. Сложно взорвать бомбы. Да, матрешку находил. Первый забег, по-моему, с ней был. Так, ну, покерная фишка мне не нужна. Это, видимо, свернуть с дороги, но я лучше дальше пойду. Хотя, может быть, неизвестный путь в какую-то секретку приведет. Давайте вот так сюда сразу нацелим. Хотя там же есть еще лишний урон переносится камнем. Ладно. Нет, он упал. Могу дальше здесь покататься. Кому-то сейчас будет очень больно. Как-то элитки на третьем этаже слишком слабые. Ну, какая разница? Как факт то, что игра хреново балансится к этому моменту. Я не понимаю, что в этой игре нормбилд, я каждый раз какой-то рандомный хлам собираю, и каждый раз один и тот же результат пока что. Такое ощущение пока что, что основные проблемы как раз таки в начале могут возникнуть. О, нормально. Тоже неплохо. Тут типа какого-то такого прям супер билда-то и нет в этой игре. То есть тут есть штуки, которые синергируют между собой, просто бери под них что-то и все. А чтобы совсем что-то не выпадало, ну не знаю, наверное, такого не бывает. Тут не то чтобы много шаров. Ого. Ого, крит настакался. Хороший релик выпал. Вот теперь уже, типа, слишком сильный персонаж, можно сказать, потому что, ну, релики застакали сломанным образом. В плане то, что у меня это дает крит. Этих штук больше, крит суммируется. О, нет, сосуля не застакалась. Я возьму, наверное, камень. Понятно, кул.
первом забеге у меня была матрешка. Ну, релики, карта, скидывание шаров. Шары по принципу колоды работают. Это игра похожа на СТС. Именно в механиках билдостроения. В плане менеджмента здоровья. Да, она очень похожа на Slay Spire, поэтому ее и сравнится с Slay Spire. Хило слишком много, хп невозможно потерять. Посмотрим, как возвышение будет работать. Не, я в Доту не хочу играть. Да и зачем мне? Я сейчас ни в лол не играю. Ни в какие другие компетитив игры. Ты в курсе, что у противников нет столько хп? Скажешь ли кто-нибудь? А, Босяра, да? Блин, финальный босс какой-то супер, тоже простой, унылый, слабый. Можно было, кстати, сейчас похилиться неплохо так. Учитывая, что там с двух сторон огонь был, по-моему. Ну, то, что тяжко, это, наверное, понятно, но есть ли просто в игре, где развиваться именно игроку, а не просто сделать кучу урона и все, ты никак этому препятствовать не можешь. Slay Spire просто фишка возвышения в том, то, что ты начинаешь замечать какие-то глубокие механики в том, что раньше тебе казалось довольно простым. Есть ли в этой игре глубина хоть в чем-нибудь? Пока непонятно. Не знаю, как пока. Гораздо еще в разработке, что все так накинулись-то. Да никто особо не накинулся, да и Slay Spire был в раннем доступе и уже работал охуительно. Ранний доступ, к сожалению, это не оправдание вообще всему. Некоторые коровые вещи, очевидно, никак правиться не будут. Какие, например, механики в Slay Spire? Скорее... поведение карт, их сочетание между собой, паттерны противников ты начинаешь запоминать и понимать то, что они в целом не рандомны, и к ним можно приспособиться. Здесь вот вроде босс что-то как-то тоже по кругу двигается, они вроде разных цветов, значит у них должны быть какие-то разные свойства. Может быть, тоже как-то в плане тактики можно прокачиваться игроку. Гриндей уже последний данж 1-2 месяца доделывают. Помните, была такая игра Secrets of Grindy? Бля, как пролагивает ебанутым образом. Что в этой игре может лагать? Когда двигаются все эти блоки. Это ужасно на восприятие влияет. Тяжело целиться. Так, у нас первая перезарядка бесплатная.
бесплатно! Расчет траектории, но это если еще только релик дает нормальную визуализацию траектории. Не, драка, мне, к сожалению, лень тебе помогать. Придется тебе совладать со своим другом самому. Либо не обсуждать абсолютно бесполезные тупорылые штуки. Хотя примерно этим мы и занимаемся сейчас на стриме. Скажи ему, что он придурок, и ты выиграл спор. Ой, я себя убью, да? Я умер? Я, кажется, умер, парни. Я себя убил шаром. Я случайно скинул шар, который был выше, и убил себя этим шаром.